Здравствуйте, с вами Дмитрий из Орла. Сегодня 26 августа 2021 года. Хочу сделать небольшой обзор кинотеатра «Современник» изнутри. Но вышел я немножко сбоку. Вот, хочу также, чтобы на видео попало и это здание. А в нем в советское время находился магазин мужской обуви, по-моему, или мужской одежды. Вот забыл я, честно. Напишите, кто помнит. В общем, был магазин промтоварный одежды или обуви. Сейчас тут аптека, цветочный базар. Ну, старый дом такой советский. Это я его сниму так. Вы пишите, что тут было, я забыл уже. То ли мужская обувь, то ли мужская одежда. Еще помню, с той стороны, вот если за угол зайти, тоже какая-то мужская одежда была. Я там, по-моему, брюки покупал. 90-е годы, 80-е. Так, а это у нас кинотеатр «Современник». Думаю, нас туда пропустят, но, по крайней мере, попробую пройти. Если нет, значит, выйду с улицы, сниму только. Ну, проникнуть попытаюсь. «Современник» кинотеатр очень, как бы, важен для памяти орловчан и для моей, в частности. Потому что очень много киносеансов я здесь посетил в свое время. И с семьей, и в одиночестве, и с друзьями. Могу отметить детские киносеансы по 10 копеек выходные. Киносеансы в будние дни, куда я ходил после школы, по 30 копеек. Ну и по 50 копеек тоже были киносеансы. Я, в общем, эти цены особо не помню. Помню, вот 10 и 30 копеек. Там у нас автовокзал. Улица Комсомольская. Любил я ходить в кино. Да я и сейчас люблю кино посмотреть. Чего бы нет. Дело еще в том, что кинотеатры у нас в Орле как-то постепенно исчезают. Поэтому лучше, конечно, бы его снять. Кинотеатр «Победа» вот закрыт. Уже «Родина» давно закрыт. «Октябрь» не помню, что там сейчас. А вот «Современник» работает в качестве кинотеатра, и поэтому давайте зайдем и посмотрим, что там внутри. Тут обувь продают. Юрист принимает. Вот какие вещи продают интересные. Бижутерия красивая очень, да? Реклама фильмов, обувь, аквариум. Да. Тут выставка продажи. Вот смотрите, кресло с расслабляющим массажем. Тут куртки, смотрю, продают. Тут просто попкорн. Ну, в общем, барахолочка такая. Туалет там мужской, женский. Пройдем наверх. Стрижка. Слушайте, тут просто много чего теперь находится. Кинозал. Первый кинозал. Опа. Давайте хоть посмотрим, как там это выглядит теперь. О, кино идет. «Современник». Классно. Супер. Ну там темно, конечно, но хоть что-то. Смотрите, второй кинозал.
второй кинозал. Парикмахерская. Второй кинозал. Тут какое-то кино идет. Здорово. Слушайте, классно, мне уже нравится. Два кинозала и оба работают. Хорошо, что кинотеатр «Современник» все-таки сохранил, так сказать, свой профиль. Лампочки красивые горят. Конечно, извиняюсь, что быстро снимаю, чтобы меня отсюда особо грубо не отправили. Приходится работать быстро. Там выход. Индийская выставка. Индийская выставка. Выставка продажи. Индийская выставка. О, давайте-ка посетим. Выставка трикотажа. Индийская выставка. Это здорово. Я люблю выставки. На втором этаже, насколько я понимаю, в советское время играл оркестр. Вот в этом примерно месте, вот здесь стоял оркестр, насколько я помню. А тут были стулья и сидели, ждали. То есть перед киносеансами играл оркестр в советское время. Вот в этом месте. Да и сейчас тут, в общем-то, сцена. Тоже хорошо. Индийская выставка. Индийская натуральная косметика. Кто хочет, можете сходить, посмотреть. Я просто как бы косметикой, здравствуйте, сам не пользуюсь. Да я смотрю, выставка у вас индийская косметика. Да, индийские товары, да. Это хорошо. Спасибо. Приглашаем вот зрителей, посетителей. Когда, до какого вы будете работать? Мы будем работать до 31 августа. Угу. Включительно. Угу. У нас чудесные натуральные чаи. И время работы у вас какое? С 9 до 19. Каждый день без выходных. Вот. Ну, уважаемые зрители, кто хочет экзотики, приходите в кинотеатр «Современник». Чаи и прочая, и косметика, да, и одежда. Рис басмати. Рис даже. Вот, очень басмати. Вкусный, очень полезный. В таких фирменных мешочках. Есть россыпью. Он при варке вот увеличивается в 3-4 раза. 3-4 раза. Он длинненький такой, да, длиннее, чем обычный. Рис басмати называется, да? Рис басмати. Натуральные индийские специи. Все, спасибо. Да, вот разнообразие чаев у нас. Угу, угу. Есть наполнителями экзотические фрукты, экзотические цветы. Ну, только до 31-го, а потом? А потом он уедет, хозяин. Угу. Ну, ладно, успеем. Есть вот такого плана, марка «Три слона» вот был. Ага, замечательно. Только дизайн упаковочки. Он похож, да, вот этот. Да, дизайн упаковки немного другой уже. И, значит, 250 грамм, ложечка в подарок, 500 рублей. Вот такие чаи у нас. Манго. А, ну вот, красиво. И это очень вкусно. Да, слушайте, пахнет как необычно. Без ароматизаторов, да, есть вот такой молочный улун. Да, вообще. Это все натуральные, без ароматизаторов, красителей и прочие всякие. Вот такая, да. Да, небольшая. Есть кофе. Кофе тоже. Почем кофе у вас подешевле, который? 300 рублей. Понюхайте это в зернах. Ой, как пахнет. Это сильно. Настоящий натуральный просто кофе. Даже шоколадом пахнет. Да. Вообще классно. Есть растворимый вот такой кофе. Угу. На любителя. Ясно. Ну все, а то у меня просто время ролика ограничено. Есть еще у нас натуральные масляные духи, производство Арабские Эмираты. Очень стойкий аромат, 250 рублей. Да, вот много-много разнообразных, в общем, запахов. Угу. Уважаемый зритель, приходите в кинотеатр «Современник» за индийской косметикой и чаями, кофе, ароматами. Да. До 31 августа. Всем спасибо вам. Спасибо. Будьте здоровы. Да, спасибо. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. Дмитрий из Орла. Вот что увижу, то и снимаю. А вы это, соответственно, смотрите.
не пропускайте новинки моего канала, новые обзоры. Здравствуйте. А это хозяин выставки продажи. Спасибо. Вот. Какие люди привозят нам в Орел экзотические продукты, чаи. Всего вам доброго. Не, правда, хорошо пахнет. Кофе, чай мне понравилось. И рис такой длинненький, необычный. Все, пошел дальше по своим делам.